Завтра в Сургуте стартует третий этап акарицидной обработки. Продлится она до 29 августа. За 6 дней энтомологи проведут противоклещевые мероприятия во всех парках и скверах города, а также на Чернореченском кладбище. Специалисты рекомендуют воздержаться от посещения обработанных мест в течение 3 дней с момента проведения работ. План противоклещевых мероприятий можно посмотреть на нашем сайте indifisnews.ru.